Новогодние праздники – время отдыха и развлечений для одних и тревожного ожидания для других. Одна из главных проблем – чрезмерное алкогольное возлияние, которые могут привести к возникновению нештатных ситуаций. За примерами далеко ходить не надо. Прошлый Новый год запомнился серьезными пожарами. Праздничные мероприятия, люди употребляют спиртные алкогольные напитки. Внимание, бдительность притупляется, и вероятность случаев с гибелью, травмированных людей резко возрастает. В прошлом году с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года на территории Западно-Костанской области произошло 2 пожара в жилом секторе. Из общего количества пожаров один пожар произошел в городе Уральск, один пожар в районе. В результате произошедшего пожара погиб один человек. С 20 декабря сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям начнут проводить рейды по местам торговли пиротехнической продукцией. Кроме этого, проверят развлекательные центры, которые будут проводить детские мероприятия. К сожалению, кафе и рестораны обойдут стороной. Закон этого делать пока не позволяет. Объекты, которые не подпадают под проверки в плановом режиме по особому порядку, они не будут подвергаться проверке, и здесь все будет лежать на владельце. Но в любом случае какая-то агитационная работа будет проводиться, то есть будет раздаваться, будет направлена информация при содействии палаты Атамекен, будут раздаваться памятки, то есть, но проводиться государственный пожарный контроль на объектах незначительной степени риска проводиться не будет. Нередко веселье оборачивается серьезными неприятностями. Травмы от фейерверков случаются ежегодно. И чаще всего страдают дети и подростки. Роман Капняев, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42.